Я думаю, что вы удивлены и в шоке, почему я снимаю влог на эту камеру. Но у меня для вас разные новости. Первая, самая неприятная новость. Я сломала камеру. Да, эту камеру подарила мне Карина на мое 20-летие. Она стоила что-то 40 тысяч, по-моему. Здесь треснул нахрен экран, ну, как вы можете заметить, если вы замечаете. Камера у меня стояла на штативе. Потом просто... Она стояла очень высоко. Я снимала уже где-то минут 10 влог, слава богу, что не больше. Я сразу достала оттуда флешку, посмотреть, записался ли момент падения, но когда камера упала, все слетело, просто взорвалось внутри. Но флешка работает, я думаю, что аккумулятор может быть даже тоже, но камера не включается, и неудивительно. Деньги я хотела потратить на другое, но придется покупать камеру. Куплю такую же, скорее всего, не новую модель, как недавно взяла себе Карина. Не знаю, мне и с этой было хорошо. Ну, кстати, на самом деле, я думаю, что просто пришло ее время, потому что она, бывало, лагала немножечко, и, возможно, надо было это сделать, чтобы потом в какой-нибудь поездке, например, он у меня не сдох, и тогда бы я больше обломалась. Так что в ближайшее время, пока я не куплю себе новую камеру, не знаю, куда ее куплю, наверное, придется прям вот завтра. Не знаю. Завтра суббота, никуда не хочу ехать. Может быть, закажу даже на дом. Кстати, купить камеру Canon. Вот это, кстати, тема. У меня и деньги есть. Canon G7X. Отлично. Отлично. Самая низкая цена 35 390. Ну, блин, знаете, это то, на что надо тратить деньги. Где-то она стоит 42 тысячи, где-то 43. А я за 35 нашла. Я такую долгую речь вам рассказывала на вот эту камеру. Самое интересное, что я сидела где-то, наверное, часа полтора, заряжала вот этот фотоаппарат, чтобы снимать. Начала снимать 10-15 минут, и нахрен все. Итак, теперь мы с вами пойдем. Пойдемте с вами в комнату, откуда я начала. Надеюсь, что эта камера не упадет. Ну, кстати, может, вам даже на фишай больше понравится. Камера у меня стояла вот здесь. На полке, на штативе. И она просто свалилась, и я даже не видела, как она упала. Это очень печально. Ненавижу грустить. На самом деле, учитывая тот факт, что я снимаю постоянно видосы, которые меня кормят, денежку мне дают... 40 тысяч для камеры – это гроши, которые кормят тебя на протяжении сколько-то там лет. И вообще, наверное, камеру по-хорошему есть смысл даже менять раз типа в 2 года. Ну, знаете, чтобы она не глючила, бла-бла-бла. Надо было мне, конечно, ее продать. Но тогда было бы хуже, если бы я новую сломала, поэтому ладно. Проехали. Да, моя рыбонька, мама тебя так любит. Сейчас мама постелит, ты ляжешь. Короче, я даже не знаю, не представляю, как я собираюсь снимать вам влоги из дома, именно как я убираюсь, потому что та уборка, которую обычно я вам показываю, это типа разобраться в шкафу, показать, что у меня лежит в шкафу, отсеять то, что мне не нужно, грубо говоря, да, это не совсем то, что я называю генеральной уборкой, это просто скорее так перекладывание вещей. А мне надо будет мыть полы, залезать туда-сюда, поэтому не знаю, посмотрим. Давайте сегодня я буду убирать эту комнату, хотя у меня еще на кухне срач. Но я постараюсь сейчас тут быстро убраться. Ну как быстро, ладно, это все равно будет не от души. Ой, не знаю. Пыль летает, я не понимаю, откуда пыль. Она повсюду. Фу, блин, не знаю, как с ней бороться. Может, какой-то увлажнитель нужен для воздуха. Я прям вижу, как мне в глаза пыль залетает. И вот я не понимаю, откуда она берется. Вот причем это самая пыльная комната всегда там, где мы спим. Наверное, из-за того, что мы постоянно переодеваемся, раздеваемся. Но тут даже не столько пыль, как будто вы знаете. Маленькие-маленькие штучки, которыми подушки набивают и все такое. Я ненавижу пыль. Че, Вив, все готово. Только тебя не хватает. Слезай. Ой. Ня. Борка, ты делал такое. Житейское. Сразу постираем. Че у нас тут сидит?
здесь. Давайте не будем копаться в моем грязном белье. Вообще не знаю, напишите, как вам формат влога на фишай. Ай, ноготь. У меня с длинными ногтями было намного удобнее, чем с короткими. У меня постоянно они за что-то цепляются. Постоянно у меня риск их сломать. Поэтому... Так, здесь у меня порошки лежат. Пойдем. Ой, на кухню у меня пипец вообще не смотрите. Тут нужно не просто убираться, тут нужно санэпидемстанции вызывать. Это моя прелесть. Мамина прелесть. Надо всю жрачку отнести на кухню, чтобы там потом разбираться, а потом снова принести сюда. Вот так проходит моя жизнь. Из одной комнаты в другую комнату, туда-обратно. Сегодня мне прислали подарочки от Пумы. Их новая коллекция вещичек. Вот я вам показывала. Ух ты, уже 10 минут снимаю. Решай, что мне нравится, потому что можно поугарать. И все открываю. Потому что пыль может везде прятаться. Эти орешки. И столько ходок я делаю. Но обычно, когда у меня две руки свободны, сейчас-то одна занята, я больше унести могу. Но у меня всегда такой принцип в уборке. Все, что должно быть на кухне, я отношу на кухню. Типа весь мусор, все стаканы, чашки, все, все такое отношу на кухню и потом уже там разбираюсь. Вот. Ну, короче, сначала я все расставляю на свои места, грубо говоря. Потому что мусор-то надо выкинуть в мусорку, а я его просто на кухне бросаю. Вы думаете, я знаете, сколько км шагов нахожу, пока дома убираюсь? Мой любимый пылесос. Собачка, не бойся, не бойся. Извините, я уходила. О, Бози! Я твоя прекрасная няня. И вы такие, фу, что творишь, сейчас же пыль летит. Да, она летит, но один хрен, я еще буду тут мыть 100 раз. Пылесос это лишь, типа... капелюсечка в нашей уборке. Это лишь то, что засасывает крупную грязь. Ау, перфекто! Почему я раньше так не делала? Вот только сейчас мне это в голову пришло. Батюшки! Вау! Блин, рабочая штука. Если вы смотрели телеканал TLC, там есть фигня... А! Помешанные на чистоте, точно-точно. Так вот, о чем это я? Они помешанные, значит, на чистоте. Те, кто постоянно убирается дома, тратят типа в день по 7, по 8 часов на уборку. То есть они просыпаются, они могут 20 раз протирать ручки, там, двери, еще что-то. Ну, помешанные прям, не как я. Я всего лишь 5 раз это делаю. Они приходят в квартиру к людям, у которых все засрано, и помогают им там убираться. Мне кажется, что это гениально. Вот я никогда не была в доме, где супер засрано. Вот мне интересно посмотреть вообще. Вообще, я люблю программы об этом. Конечно, я недоумеваю, не представляю, как можно запустить свой дом до состояния просто, когда там, ну, пипец. Но мне было бы интересно взглянуть, конечно. У меня тут, кстати, много вещей, которые бы на дачу отвезти. Кожанка! Ну-ка! Вау! Вкусно пахнет. Духами моими. Какая же я крутая в кожанке, да? Согласитесь, фотосеть дома. Это мы с моей подругой в 12 лет делаем модный фотосеть дома. Ору. А, мои носки это топ вообще. Если вы увидите на моих носках дырку, извините, денег нет, но новые. Я просто очень люблю эти носки. Из-за того, что они длинные и теплые. Я их затаскала, а выкинуть не могу. А где тогда вся летняя одежда? А, вот здесь много вещей. Тоже классная штука. Ну, что-то она мне уже не так нравится. По-моему, тут где-то пятно было. У всех же есть такие вещи, которые ты забиваешь, не стираешь. Нет, вроде нет. Даже от тоналки следов нет. Ее просто надо как-то погладить. Блин, прикольная куртка. Она мне нравится!
оставляем. Еще теплая такая. Вот прям сейчас буду ходить у себя по квартире с открытыми окнами. Так, шорты, свитер. Вот эта фигня меня бесит. Такая тупая вообще. Когда я это брала, я думала, я буду самой модной на районе. Хотя не знаю, может, сейчас померю, мне понравится. Короче, по-хорошему я хочу на дачу отвезти такие вещи, как теплые куртки. Угу. Там сильно много каких-то свитеров у меня, кстати, даже и нету, чтобы увозить их. Это чисто в этом болеть. Если вдруг у вас есть вещи, в которых вы, ну, болеете, мне кажется, они похожи на это. Очень грустные. Меланхолия. Те, кто на карантине, точнее, ну, кто-то и на карантине, да, а кто на самоизоляции, как я, что я ничем не болею, слава богу. А, вот тут уже летние вещи. И тут какие-то летние. Ну, а что я хотела сказать? Те, кто дома тусит, не тратьте время зря. Займитесь чем-то полезным, прикольным. Поубирайтесь, разберитесь в шкафу, не знаю, почитайте. Что с этим делать? А, они мне тоже надоели. Все это мне надоело. Сейчас вам, наверное, меня не видно, потому что запишаю и видно. Но это, наверное, расплылась. Вот, видите кофту. Она норм, я ее ношу. Но сейчас не хочу носить в ближайшее время. Поэтому наверх уберу. Я просто думаю, что туда вниз закинуть. Так, в общем, ну да, что-то полезное поделайте, короче, не тупите. Надоело. Все это мне надоело. Эта кофта тоже меня достала. Конечно, прикольная, но такая она вообще странная. А еще смотрите, какие у меня есть сапожки. Прикольные. Их если с чем-то классно надеть, будет вообще улет. Но у меня пока нет такого. Минуту. Вот это у меня мешок с купальниками. Причем тут, наверное, они даже не все. Но искать их сейчас я точно не буду. Я нашла пыль. Иду устранять. Юлечка, не грусти, скоро мама закончит. Нормально. Так, у меня уже, кстати, постиралось белье. Надо разложить сначала то, что у меня в шкафу. И вообще, кстати, я потеряла некоторые вещи у себя в шкафу. Я не понимаю, как это возможно. Но мне очень интересно узнать. Мой ремень дорогущий стоит, как камера, которую я хочу купить. С ума сойти. Храню его вот так вот в чехольчике. Аккуратно все-таки. Деньги такие бешеные, деньжищи. Шкаф мне этот уже не нравится. Хочу другой. Ух ты, футболку нашла. Классная. Оставляем. Это мне недавно подарили тоже Пума. Такая вот, как называется, ветровочка. Прикольно, аж на стадион захотелось побегать. Ходить могу, люблю. Причем, чем я люблю за границу ездить? Тем, что там мне по кайфу гулять, ходить. Может, я там сейчас велосипедки найду? Сейчас в этой горе мне надо разобраться. Как вы понимаете, это очередная пыль. Ой, вот эти шортики, я их обожаю. Я их покупала в Лондоне в 2017 году в магазине Top Shop. Просто их обожаю за то, что они блестящие. Я когда их только увидела, я просто влюбилась. Поднимайся, да. И тут все еще нет велосипедов, но куда же они делись? Вот такая штучка у меня есть классная, но ее надо погладить. Вообще много вещей у меня в шкафу классные, которые нужно просто погладить, и они станут супер. А так я смотрю, такая думаю, ай, что это? Тут такая пуговичка есть. Вот так вот. Мне нравится, но из-за того, что она не глажная, я ее не ношу. Мы с вами вновь в шкафу, и я успела за это время много всего разобрать. И у меня на балконе стояла эта коробка. Конечно же, я что, дура ее выкидывать? Я тут, короче, стояла и думала, господи, куда же мне убрать те вещи, которые я хочу сейчас убрать из шкафа? И тут стоит коробка, это невзначай. Но я ее поставила, чтобы на нее камеру поставить.
Ну, это будет недалеко стоять. Вот туда прямо поставлю. Супер! Супер идея! Супер затея! Вот что я убрала здесь. Разложила вещи. Это те, которые я, ну, ношу. Там вот так. Ну, такое себе, но норм. Славины вещи. Я их недавно складывала. Они, конечно, немножко уже пригрустнили. Так, а здесь у меня осталось кое-что. Вот это я бы хотела постирать или в какую-нибудь химчистку отдать. Это повешу на балкон, что скоро бы надела. О! Вот это забыла сложить, убрать. Такой вот топик. Опа! Вот так. Вот, а еще сегодня я толком нормально ничего не ела, поэтому сейчас пойду на кухню после того, как... О, блин, еще же вешать и снимать белье. Что-то все это надоело, мне уже не хочется. Привет, ребята, мы находимся сейчас на балконе моем. Это вот одна его часть, там вот другая. Здесь у нас обычно сушатся вещи. Там вот, видите, коричневый, это стол, который можно разложить, когда гости приходят. Но это бывает очень редко. Короче, тут-то мне тоже разобраться надо. Там, кстати, коробка от компа, от большого. Да, угу. Смотрите, какая штука есть. Кстати, очень полезная в быту. Она у меня еще с таких старинных времен. Просто надо протереть, и можно в кровать ставить и есть. Блин, возьму. Я, знаете, как в магазин пришла. Просто тут куча всякой фигни, всякой шляпы. А вот и шляпы. Это дарили. Кстати, эти две шляпы мне дарили в отелях, в поездках. Рабочий. Ну вот, смотрю на эти шляпы, хочется на море. Морская черепа. Поставлю сюда. Тише, тише. Девочки, это вообще мусор. О! У меня есть такая вот корзинка со всякой косметикой. Ее можно разобрать и половину выкинуть. А здесь надо протереть. Сюда я мистера Пропера налила. У меня есть тряпочка. Все, о чем я мечтаю, это чтобы было минимум всего. Чтобы была чистота и порядок. Я так люблю чистоту. Эта картина мне очень дорога. Мне подарила ее мама. Когда мы здесь делали ремонт. Здесь у меня обычно стоят вазы. А вон там, если вы видите наверху в углу, нас соседи заливали. Я даже помню, это было, наверное, года 4 назад. Я помню, что я ходила к соседям наверх, говорю, здравствуйте, вы заливаете меня. Гипотетически я могу поставить вазу вот сюда. Тут есть подоконник. Вообще, я мечтаю о квартире с окнами, которые пониже, типа ближе к полу, и с большими подоконниками. Таким, чтобы туда можно было подушки положить, как в американских фильмах и сериалах. Сидеть там, пить кофе. Кстати, сейчас такая жесткая фигня. Я же часто хожу за кофе, ну и Слава тоже, мы часто ходим за кофе. И все писали постоянно, типа, ой, да купите вы уже кофемашинку, что вы это самое. С кайфом не надо будет ходить. Я такая, не, мне нравится именно то, что я хожу. Мне на самом деле действительно нравилось ходить за кофе, пока нас всех не посадили на карантин. Теперь я не могу ходить за кофе. Тоже надо разобраться. Извините. Зато есть плюсы в этом карантине. Мы не выходим из дома. Постоянно с Вивой, и она не скучает. Я не переживаю за это. Ну, в принципе, поставить как светильник, да даже у кровати. Блин, как мне все, оказывается, нужно. Сюда можно что-то свое написать черным на белом листке. И тоже будет подсвечиваться. Видали, какой я гений? Поставлю у кровати. Реально, это же круто. Я даже не понимаю, что здесь написано на испанском каком-то. О, здесь есть ручки. Кстати, у меня есть вот такая вот машинка, принтер от Instax. И скоро мне должны привезти другую такую, которая квадратные печатает. Это типа прямоугольные печатает, а так квадратные. У меня тут куча этих фоточек тоже. Раньше прям фанатила от этого. Хочется сейчас тоже печатать. Я, кстати, знаете, что заметила? Вот я так
в некоторые моменты переживаю то, что мы можем вернуться в цивилизации на ступеньки типа назад. Не то, что я об этом постоянно думаю и переживаю прям, но вот если подумать, вот прикиньте, мы остались без интернета, без всего. У нас нет ни Инстаграма, ничего. А все фотографии у нас в соцсетях, в интернете. Раньше ж как было, все в альбомы печатали. Ну, сейчас тоже печатают, конечно, люди альбом делают. Но вот я сейчас этого не делаю. Не веду никакие альбомы, потому что, извините, у меня есть Инстаграм, мой самый главный альбом. Я постоянно думаю о том, чтобы начать реально альбомы вести. Обычные, советские. Как раньше люди делали. Понимаете, к чему я клоню? Ой, как тут будет чисто, как приятно. Кстати, меня спрашивали, где мой дедушка. Он в Грузии, и он должен был прилететь в мае. У него в мае день рождения будет. Дедушка у меня молодец. Сходил в магазин, купил продукты, заморозил, потому что дедушка мой как раз-таки в группе риска находится. Все-таки ему не 20 лет. И вот не понимаю людей, которые не переживают. Если вы не переживаете за себя, почему же вы не переживаете за людей, которые вас окружают? И в первую очередь о своих родных, о своих бабушках, дедушках. Будьте этими нормальными, заботливыми, заботьтесь о людях. Все равно люблю убираться, потому что потом душа радуется, глаз радуется. Не понимаю людей, которые живут в грязи. Я могу понять, когда у человека нет времени убраться, но все равно, знаете, какой-то порядок дома поддерживать нужно же. Точнее, я понимаю, когда у человека нет времени проводить какие-то генеральные уборки постоянно, но элементарно пропылесосить, помыть полы, протереть там пыль, убрать вот это все. Ну, честно, не понимаю. Когда ты ходишь по полу, и к твоим ногам прилипает всякая грязь, крошки, это я это вообще терпеть не могу. Вот у меня стоит обувь, которая мне вообще не нужна. О, кстати, я нашла вазу, которую потеряла. А что ты тут делаешь? А это что? Вау! Дымник от Ферзо. Сейчас я сюда ботинки-то и соберу. И положу их сюда-то. Вот эти Тимбы, я не знаю, сколько им лет. Они со всяких интернет-магазинов у меня. Я их как сумасшедшая заказывала, покупала сама какие-то. В итоге не ношу, и плюс ко всему, они мне жутко натирают ноги. Вот эти, я помню, мои первые Тимбы, по-моему, если не ошибаюсь. Вивочка, ты с ума сойдешь, когда увидишь, что мама тут сделала. Это зарядка для пылесоса. Я его тут обычно заряжаю. Ну и вообще, в принципе, он тут обычно лежит. Вот так установить. О, гениально. Ну и вот, что у нас получилось. Тут вазы стоят. Норм. Кстати, прям вообще хорошо стало. Хочу разобраться с этой херотенью. Мне кажется, она вообще пустая. И вот с этой. Тут куча косметики. Пошлите разбираться. Это мне дарили в отеле. Ой, оно все пыльное. Вот это мне интересно. Посмотрите, эту косметичку мне дарили. Оно у меня там стоит. Фу, фига. Ой, у меня же тут куча косметики сяты. Пахнет вкусно. Ой, какой классный блеск. Я такая смешная, знаете, реально, как в магазин пришла, радуюсь, хочу все. Крем от морщин, 60 лет. Люблю такие подарки. Не, на самом деле люблю, потому что я могу такие штучки всегда отдавать бабушке, маме. Все-таки с длинными ногтями мне было удобнее. Я бы уже давно открыла коробку своими ногтями, которые просто прорезают любой металл. Почему никто не пишет срок годности? Вот если бы я свою косметику делала, я писала. Я никогда не понимаю срок годности. Итак, ребят, пока мы с вами не виделись, я выкинула ту косметику, которую перебирала, которая мне не подошла.
Есть у меня такая корзинка, я подумала, что с ней делать. Я не хочу ее выкидывать, потому что, мне кажется, прикольная корзинка. Конечно, в принципе, нафиг она никому не нужна, наверное. Но, с другой стороны, фу, там муха. Что это такое? Смотрите, какую бумагу я нашла. Конечно, не туалетная, но сейчас мы с вами украсим эту корзинку. Вот такая вот корзинка у нас получилась. Что я хочу провернуть? У меня есть 3 пакета с масками Dr. Jart. Я их обожаю, но, понятное дело, я не могу их использовать все сразу, поэтому сейчас я их сюда, в эту корзинку-то и расставлю. Не знаю, насколько классно у меня это получится. И хватит ли здесь места. Какая красота, лепота просто. Ну, круто же. Вот, здесь у нас такие дела. Сухое белье, косметика, которую мне надо будет разобрать. Сколько же проблем и сложностей. Короче, я все-таки решила воспользоваться штативом, потому что невозможно постоянно придумывать что-то куда поставить. Просто буду штатив с собой таскать, чтобы вам показывать, что я делаю в этой жизни. Это, кто не понял, ворота, так называемые. 2 штуки такие. Сюда ставится палка, на нее фон вешается. И все, поехали. И можно фоткаться, снимать видео, что хочешь. Сейчас я хочу это все сложить, убрать. Я, в принципе, на самом деле так и хотела сложить, убрать, потому что, не знаю, в следующий раз, когда буду снимать на хромакее, то вам всем не нравится. Так вот, когда я снимаю на хромакее, я намного больше времени трачу на монтаж, конечно же. И, ну, на самом деле для меня это полезно. Именно сидеть, что-то придумывать, какие-то штуки подставлять, разбираться. Хоть я и могу просидеть больше там 6-7 часов. Вот, например, я последнее видео монтировала. Я его делала, ну, больше 6 часов. Ну, ворота, кстати, я приобрела уже, когда на этой квартире жила. Поэтому просто так, для справки. Я эту хрень храню вот здесь. У меня гладильная доска еще стоит. И вот эта хрень. Вот. Все, не видно. Я сейчас еще что-то доубираю, но продолжение следует. Сейчас я уже передохну. Вот так вот поделаю. Потому что видос и так, мне кажется, долгий получился, а я толком-то ни о чем интересном не говорила. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, на какие темы вы хотите, чтобы я говорила с вами во время уборки, что я вам рассказывала, что обсуждала. Я сейчас буду потихонечку... Ну так, доубираюсь маленько, но не глобально, поэтому будут еще видосы о том, как я убираюсь дома, что-то подобное, что вы сегодня видели. Дел много, чистоту люблю. Вам пожелаю не грустить никогда вообще. Кайфуйте, будьте здоровы. И спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, палец вверх и оставьте какой-нибудь комментарий, потому что, ну, я все читаю. Ну, какой-нибудь, типа, ну, просто... Типа, вам понравилось или не понравилось, или что вы хотите. Ну и, конечно же, темы. Напишите темы, на которые вы хотите, чтобы я с вами болтала. Спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока. Коронавирус! Коронавирус! Так-то лучше. Ну и вот.